Единственное, твердый сыр, больше никто не производит, только мягкий сыр. У них есть твердый сыр. Он называется югер, да? Югер? Да, югер, пожалуйста. Он называется югер, да. Вот такой патология, конечно, вот такая вот, да, еще пленочка такая стерильная, она вот даже через нее немножко подсыхает сыр. Ну, такой настоящий, яркий аромат. Я всегда беру. Вы на ярмарке торгуете выходного дня? Конечно, каждую субботу. Меня всегда видно. Да, да. Югер. Юга? Да. А, это Ленина, да? Это приполярная. Они в этом году должны запустить цех переработки мяса. Я ставлю его даже в один ряд с птицефабрикой Зеленецкой. Настолько он качественный, продуманный. Но они пока не готовы. Они Но у них переработка уже есть, пока в старом цехе. У них есть что-то для ленина и пеница, и ленина. Вот эта вот колбаска из какого мяса? Из оленина. Чистая ленина, да? А ленина с добавлением шпика. Шпик. Да. Есть шпик, причем тут зеленецкий. Они зеленка берут. Холдинги. Холдинги. Вы не знаете, так свежие не продают. На рынке все равно. Такую колбаску нужно одна. Ближе к ручку дала, не такая. Ближе к ручку дала, не такая. А, много. Пускай, да? 617. Давайте 600. Спасибо вам большое. Да, конечно. Пробовать. Это шикарный получается. Вы его хватили? Вы? Давайте одну спинаку тоже. За компанию. Не переворачивайся. Все домашнее, все сделано вручную. Это все порядком. Все, спасибо большое. Спасибо. С праздником вас. Вы прогулялись по торговым рядам. Какие впечатления от увиденного? Впечатление самое замечательное. Самое главное, что очень много людей. Люди сюда пришли целенаправленно. И я думаю, найдут здесь то, в общем-то, что хотели увидеть. Это очень вкусная, качественная продукция. Товары народного потребления здесь тоже есть. И еще раз хочу сказать, очень много участников этой выставки, этой ярмарки, более 200 представителей разных предприятий, организаций, не только из республики Коми, но и из других регионов, соседей нашей республики. Это и Вологда, Архангельская область, Кировская область, Казань, Нижний Новгород. Может, кого-то забыл, но их много сегодня, наших гостей, соседей. И как вот чувствует себя наш товаропроизводитель сегодня? Мне довелось попробовать здесь много вкусной продукции. Я полагаю, что сегодня... Действительно, у нас есть все основания говорить, выбирай наше, потому что наше самое вкусное, самое качественное, самое свежее.